как сделать из канцелярских резиночек браслет, который называется «Рыбий хвост». Резиночка большая, поэтому я ее складываю вдвое. И в виде восьмерочки надеваю на указательный и средний пальчик. Затем беру вторую резиночку, тоже складываю пополам и уже не скручиваю в виде восьмерочки, просто надеваю на пальчик. И беру еще третью резиночку и тоже только пополам складываю, но не скручиваю. Затем нижнюю перекидываю через вот эти две. Опять беру резиночку и таким образом начинаю плести браслетик. И каждый раз с нижнего ряда перекидываю на средний. Вот таким образом получается такое красивое плетение. Вот я уже сплела. Показываю. Вот такие красивенькие браслетики можно сделать.